Рассмотрение кассации в деле одного из крупнейших в Украине предприятий по переработке сои «Каховка Протеин Агро» Высший хозяйственный суд Украины перенес на конец сентября. Напомню, речь идет о попытке рейдерского захвата предприятия со стороны бывших владельцев. И таких попыток за последние годы было 4. Нынешние собственники вынуждены отстаивать свои права в судах. Мы следим за развитием этой истории и обязательно будем вас информировать.